Азиза рассказала о своем тайном романе с актером Николаем Коряченцевым. Певица призналась, что пишет автобиографическую книгу, в которой раскроет пикантные подробности личной жизни. Так, по словам артистки, она упомянет страстный роман со звездой советского кино. Азиза уверяет, те отношения были весьма серьезными. После смерти Николая Караченцева его вдове Людмиле Поргиной приходится отбиваться от толпы самозванок, которые называют себя любовницами народного артиста. Среди громких признаний известны откровения звезды убойной силы Натальи Лапиной, а также художницы Екатерины Подколзиной. Теперь же о тайной связи с Николаем Петровичем неожиданно заявила 56-летняя Азиза. «В книге я пишу об отношениях с Колей Караченцевым», – сообщила она в эфире шоу «На самом деле». Это было давно, аж в конце 90-х. Дошло до того, что он собирался уйти из семьи. Я видела, что он очень честен, и он решил бы этот вопрос с Людой. Однако перейти на новый уровень отношений любовникам не удалось. Певица вспоминает, что когда ее мама узнала об этой интрижке, то настрого запретила ей разрушать чужую семью. Она сказала: «На чужой беде счастья не построишь». Причем жена Караченцева все знала, мне кажется, он и не скрывал. «Я ничего у нее не украла, на себе его не женила, тем более все так сложилось трагически. Что я поняла, это знак сверху», – намекнула она о ДТП, в котором сильно пострадал актер.